Сколько минут есть, ребят? Чего? Нисколько. Сколько минут есть, говорю? Нисколько, уже трэш бить надо. 10 минут по АФКшить, пожалуйста. Я на стол накрою. Давай, иди. Коутинь. Коутинь. Спасибо, спасибо. Инраш. Фурик. Так, тактики знаешь? А чё? Да, на фул уже убивал. Окей, чё, хорошо, а чё празднуете? День дурака? День чумака. Ну, да. Блять. А, то есть сюжерное воскресенье. Дайте ману, Сова. Сова, друга, дайте ману, шаману. Я-то там встал. Пойдем на ману. В идеале, будьте Африком. Чего ты говоришь? А, Африком будь. Хорошо. Я роняю халю. Тере. Я лучший ДК за последние тысячу лет. Ты стекло случайно не ломал там? Как мне, блядь, доставлять видосы с Пашей техником смотреть? Это пизда. Что, Паша техника? Видосы с Пашей техником, особенно это, блядь, про Марата нахуй. Бля, ебать, я... Да, про Марата это вообще пиздец, я так угорал нахуй. Понимаете, у него там реакция жесткая, да? Я хочу просто тебе полезать. Ну, мне девушка, короче, говорит, типа, ты когда, говорит, зарастаешь, вот, блядь, один на один, ну, типа, один в один на Пашу техника похож. Я говорю, ну, да, нахуй, блядь. Да, на него, да. Такой же уебок, в смысле? Да, как ты. Блять, ну слава богу, что не как Войтман. Тут, блять, вы знаете, типа, вот человека-паука укусил паук радиоактивный, и он, короче, блять, типа, стал, ну, спайдерменом, нахуй. Если тебя укусит Войт, будешь 15к ДПС давать. Некоторым понадобится. Наличие на анбафе. Макгрегор, ты танк. А. Блять, да где этот командир? Где он есть, ёбаный шашлык? ГГ. Да, я спектрус. Пройдет, я спектрус. Агрессора забери одного от командира. А если тебя выпустит WhatsApp, то будешь зигу кидать. Такой тонкий юмор, не каждый поймет. Командир, самогон. Да с меня его сагрил, протопал, бля, он танк в нем прожал. Ну а ты меня... отбрать не можешь? А? Так я два таунта уже в него потратил. Ахуя я долбоёб, у меня стойка не включена, сори, братья. Моя школа. Не, у меня вообще. У меня вообще стойка не включена. Обнова, да, походу, какая-то была. Да, обнова, бля. Я просто анколиком на этом ДК не играю, и типа только ДК, ну, до ДК играю. У меня тут всегда танк стойка была включена, я даже не парился. А давайте залем трэш, потом следующий. Один БДК командира вытащит, протопал трэш, сейчас. И кто-то приведет этих. Ну тех. Я говорю, спектнус. А из инста зачем выходить? Вытащите кто-то из миликов бары, там, не знаю, командира, быстрее давайте. Не, пусть наоборот, сагрит топ трэш, а я командир. Не умеет. Ай, блядь. Инвалиды, бля. Да Макгрегор, иди танчи трэш, на мне командир, что ты делаешь? А ты танк, да? Не, я ДД. Ой, у меня что-то игра вылетела.
Рубиновое святилище, мой родной дом, воет гондон. Че, вайп, что ли? Протопал лети быстрее. Дайте войско, не знаю. Приморозьте. Контрол теперь. Танки, блять, охуенные, сука. Блять, откуда вы еще трэш-то набрали? Сводите трэш. Это в натуре трэш. Пиздец там трэша. Чай? Трэша много. Еще мало. Еще корея, блядь. Обычно мы больше вообще собираем. Но что-то танки у нас не справляются сегодня. Да, блядь, я отпин, потому что уебок ничего не умеет, нахуй. Удали ДК, долбоеб. Войт говорил тут 5 БДК нахуй. Нахуй ты спек говорит. Там не 5, там вроде бы 2. А, я так пообразно. Бля, охуенно я сал в гвардейца отдал, вообще топово. Там еще не факт, что со мной все было бы заебись. Гетерон Таргарин, иди пить, трэш. Пойди, кто? Кто покажет тому ГП? Кто не покажет тому ЕП, да? Да. Должна быть какая-то мотивация. Согласен. Хуша нам по мане сел. Гриша, вот. Кто я? Ну, не я же. Я падал, блин. Чего? Давайте подходим к Савиане, бафы все даем. Это поставьте еще мана поломан. Легенда Вов Ретри, разберитесь между собой, кто каски, кто кулаки баф. Ну и дальше. Так, между собой вы пишите. Легенда Вов каски. Из Гарри, кулаки и Ретрия. Этот, наверное. Кто это говорит? Легенда Вов. Почему у нас протопал должен бафать кулаки? Учите правы свои. Вас два рейтинга, первая пати. Один бафает кулаки, другие каски. ПМ один друг другу пишет, кто что бафает, и все. Дальше также разбирайтесь. Ауры, правосудие, фридомы. Я не должен вам постоянно это все озвучивать. Я пока не могу почитать. Горите в огне хозяина. Сум есть, ребят? А вы уже бьете все, сам получишь. Блять, вынес все на панели, а антимагический панцирь забыл. Охуенно.
чё. Чест драйв. Вращается. Давайте сразу второго босса агрить. Таких уёбков еще свет не видывал. Как он гонит-то, блядь? Скоро он не узнает, блядь. Это, короче, когда мама Войдер рожала, так сказала. Мне нужна помощь. Твоя сила. На Риде нет указа. Древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Давай я распределю. Изгарит всем это, блядь. Прото. Бля, давай помолчишь, ну. Ретрия, кулаки, легенда, каски. Я уже всем каски раздала. Ну давай, ретрия, каски, легенда, всем кулаки. А как огурчик, всем так, кулаки. Так, Ямпим, танчишь основу, Макгрегор первую копию, Сгарит вторую, Макгрегор перед вторым разделением. Незыблемость прожимаешь. Цирк приехал. Ты его ведешь к твоей маме? Твое сильнее страдание. Сильнее страдание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Болтар не оставляй. В мире хватает героев. Заберите тебя. Сказал пидорас. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Рыба есть у кого-то? Силы были неравны. Сколько шаману еще дайте? Пинту. Ешьте рыбу. И запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но повар, можно было? Была... Спасибо. В святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Что баф инту кашку по руку. Замешано и более могущественное зло. В самом начале... Вар, каску кулак, пожалуйста. Кулак остался. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю. Начинать. Их нужно остановить. Алекстраза выбрала достойных союзников. Что придется прикончить вас. Я туда уже пойду. Обратите их в пепел! Обратите их в пепел!
ждали. Рубиновое свечилище. Смотрите, под Хелионом труп Савиана. Да, не часто такое увидишь. Да, я первый раз вижу такое в жизни. Так, первая пати тьма. Первая пати тьма, все остальные годы свет. Тьму танчит МакГрегор. Третью фазу свет и первую фазу больших Янг Пимп. Изгарит мелкий трэш. Свет хилят Транга и Кокогурчик. Тьму хилят Новохил, Войд и Маратгас. Так. Паладины, между собой разбирайтесь, кто ставит ауру сосредоточенности, кто на броню, кто правосудием мудрости бьет, кто правосудием света и кто какой фридом кидает. ПМ это все. Так, совы, Apple Box и Мишка-Кишка. Старфолы даете только после того, как пойдут на пулы трэша. То есть трэш на пулит, потом даете старфолы. Также между собой в ПМ решайте, кто на третьей фазе по какой трэш дает страху. У нас один прист. Так, четвертая пати, остаетесь добивать больших после первой фазы. Шина на тотем зато есть. По инерам. Адрамалик, всегда заливаешь ману Транга. Мишка, Миша, Киша и Applebox на второй фазе. Зальете Нубахилу на третьей фазе Транга по откату. Дудутипка, диспелишь третью фазу света. Маратгас, все остальное. Чек на готовность. Извините, слева, слева, короче, труп Сави, она справа Болтара. Пизда. Ты на кого сейчас кинешь? Я на Кокогурчика. Ты Адрамалику кидай. Метки снимите, пожалуйста, что-то мешает твоего. Защита тогда стоит, я там буду ставить. Нет, а ты им обязательно ставь. Там все равно, ну что там, тут нету АУЕ в свету. Все готовы, заходим за линию. И о, начинаем отрыгать. Чё, народ, погнали? Ну чё, она, погнали, на? Ёба, народ! Близко не стойте. На бахил метка. Перебежали. Ретрия метка. Адрамалик. Перебежали. Уже вреден. Бьем босса. Клубок с метка. Переводим МакГрегор сразу, заходи, рид по команде. Четвертая пати, бейте больших. Сова, ты бьешь больших и босса. Все, зашли рейд. Грозу в мелкий трэш не кастуешь. Звезду встали.
Мес говорит. Гетерон. Заходите. Заходите. Ближе к морде сейчас метку. Дуду типка. Как опасно ты выносил. Сколько там процентов? 56. Сторожил. Паладин, не спите с Фридами. Мами. Проценты? 50%. 50. Бьем пока босса, не выходим пока. Все, сторожил метка, выходим в свет. Не залим. Выходи тоже в свет. Отверни от нас. Отверни. Чё? Ой, еще отверни. Да. На портал, чтоб смотрел. Хвост и морда на портал. Адрамалик, назад. Поворачивай на рейд. Рейд, смещаемся хвостом в танк. Во тьме рост. Кранга убил. Вставай, Кранга. Apple Box, поднимай его. Прожимать Тасгарит, прожми все, что есть. Растут, растут, отводи. Изгарит, дальше отводи. Залейте ману Транга. Свет не бьем босса. Перебежали свет, босса не бьем. Тиален метка. Диспел. Туду типа диспел. Чего духнулся-то тогда он, блядь? Мишкой. Короче, поднимай Кёрза. Заливай мелкий трэш все. Адрам... Падаем, падаем, падаем. Блядь, да вы заебали. Что это что за был? Кёрз, ты что, не напулил, что ли? Он сдох. Не, ну от чего ты сдох? Притворяйся мертвым. Ты каждый трэш можешь притворяться. Ну так он, блядь, сейчас притворился, нахуй, аж умер, блядь. Либо бей больших. Настолько вошел в роль, блядь, что... Натурально, да? В роль просто вошел. Как дела там, блядь, хилы? Давайте быстрее резать и бахнемся. Мастер Друг перехилил первый раз, я не захилил. Катя Симбол. Там Мастер Друг должен быть первым. Для Симбол, кстати, не взял это. Странно было бы, если бы ты не был первым. Вот-вот. Поэтому я топчик. Поэтому замутьте его, пожалуйста. Дарить заказку еще. Ой, тьфу, блин, шаман.
убивать, что-то меня вообще не хилили на. Джерри, ну что ты дохнешь? Открыл банка на ману. И дайте каску по шаману. Можно луковский камень на отхил? Да я вот еще его, я за лук его никогда еще не ставил. Как он хоть называется? Я поставлю. Дыши. Ритуал души. А, он их. Ну, вижу все. Никогда за лук не ставил его еще. Привет, ковбой Бибоп. Да, всем привет. Где вы сейчас? Привет, ВРС. Если надо будет, я помогу, кем надо зайду. Окей. Шо? ЗЛК пронесли же, да? Забагалось. Забагалось? Крок забагался. Просто не пошел. Бух. Все готовы? Давайте за линию заходим. Начинаем игру. Бедерон метка. Перебежали. Уже в рейд. А, из Гарри на третьей фазе отводи подальше и ближе к хвосту. Из Гарри метка. На третьей фазе отводи ближе к хвосту и подальше от босса, чтобы он не достал. Мародес. Кстати, ты понимаешь, что я держу и голема, и босса? Он голем очень близко к рейду. Да, я же говорю, поэтому отводи дальше. Эти боссы. Крыш потом забьем окопок с меткой. Макгрегор, сразу заходи, дери по команде. Заходите. Нет, ты просто видел, что он в чат написал? Нет, что он написал? Он пишет, а что, они от босса растут теперь? Босс-то, ну, большой танчится вместе с боссом, поэтому и не растут. Таргарин метка. Он просто давно не играл. Мы же раньше отдельного танка ставили на дыме. Ну это да, раньше отдельный танк был. Адромалик, метка, заходите. Ближе к морде. Еще вправо. Сторожило. 54. Три семаны кусок. Заливайте 3 Семена. Скажешь, какая 51? 51, 50. Бьем пока босса. Джаспамп метка, выходим. Ну ты сильно понес, куда ты? Просто немного под портал отбегать и андискры. Не надо ж под морду нести. Геру. Да, Геру. Шанон.
Диско. Как она ты повезла? Бля, ну ты дурак. Поворачивай, ну подходи, ты не заберешь. Бля, ебать, а чё? Кто голем так далеко, а, нахуй? Да чё, чё, нормально всё, чё? Не, правда. Там смотри, по 6 стаков уже на мелких. Мы не убьём. Ну чё? Плюс у нас один БР. Можно ретрика поднимать. Да, бля, ебать. Бля, чё? Легенда, ты как там умер? Я, короче, давал фридом, блядь, и умер нахуй. Разворачивался, блядь. Блин, каните его, в детали смерти. Как там вообще метеор оказался? А, блин, я начал перебегать, и, сука, он на меня повесился. Не, не жданчик, нет. Так не бегают под боссом во время. В смысле, метеора? Жданчик? Я что-то даже и не увидел из-за этого, ну, то, что там, блядь, голем стоит, нахуй. Ебать, рот. Ты когда мне сказал, типа, поворачивай босса, не заберешь, и я такой, нихуя там голем, ебать. Ну, тебе надо было немного подбежать туда. Да я понял, но я в любом случае его забрал, типа, ну, можно было слить трэш, как бы. Там очень много штаков уже было, но, потому что мелкие все за него были. Я просто даже не сразу сообразил, что происходит, блядь. Блин, коните детали смерти легенды. Да в лезвие он умер, блядь. Ты чё, у вас где метеор падал? Под боссом или где? Нет, что он решил вообще... под мостом перебежать. То есть, ну, как на первой фазе. На третьей фазе нету метеоров одновременно с мет. Выбежим из диспелли и обратно вернулся в рейд. А чё за макрос на фридом? Просветите меня. На одну и ту же цель. На одну и ту же цель? Не, почему можно сделать сколько там. А, можешь, типа таргет маус, я понял. Не. Да, проще по рейдфреймам выбудешь. Можно сделать, ну, типа, прописать просто партия 1, 2, 3, 4, 5, а, кстати, да. И на хиловке дать по фокусу. То есть, если ты в первой группе можешь прописать партия 1, 2, 3, она будет кидать, типа, кто отображается первой партии, это фридом, типа, то второй тоже фридом и так дальше. Я понял. Да хуй нет, я по хиллбот кидаю, мне так удобно. Вообще-то я ретриком в эти методы кидаю фридом, потому что типа без таргета... сложновато, типа без мышки выбирать. Делаешь себе 7 мокрасов и все. По хиллботу уже можно кидать. Да, по хиллботу удобно. На себя типа alt и себя, а на всех остальных по макросу партия 1, 2, 3, 4 и по хиллам по фокусу. Марат, ты примешь сумму? Блять, сука, такой ты долбоёб, нахуй. Огурец, нахуя тебе во время, блять, траев какую-то хуйню покупать? Брат, не види, позорься, я тебя умоляю. Чего такое? Травму одел, блядь. Хорош. Сейчас он меня перехилит, да? Блядь. Не страшно. Все готовы? Давайте, Макгрегор, начинай. Средь на
Кёрс. Перебежали. Марат Газ. Мишка. Макгрегор, сразу заходи, рейд. Чуть позже. Давайте заходим, рейд. Звезду становимся. Да, вы можете все одного убить, так быстрее будет. Легенда Вов метка. Быстрее возвращайся в рейд, быстрее. Реагируй, пожалуйста, быстрее с метками. Заходите? Нет. Адромалик метка, заходите. Ближе к морде сейчас метку, джеспан. Ну не в лезвие ты. Слепой, блять, вы что, слепые что ли? Как выйдем, адромалик поднимешь. Блять, ближе к морде, ну не в лезвие же. Таргарин метка. 54%. С кашкой 51. 51. Вот сейчас 51. Таргарин, метка, выходим, свет. Выходим. Адромалик поднимает же спанк. Да, нормально, нормально, не надо было сразу выпустить. Сгорит метка. Думаешь, нет, ребят? Перебежали. ГП будем давать, если не будут фридом кидать. Дали во тьме рост. Нету метки, свет бьем только метки. Трэш. Ты смотри дебафы свои. Свет только трэш пьем, босса не пьем. Apple Box поднимай адромалик. Не надо, на нем сейчас. Все, пьем босса. Стоп по боссу. Свет босса не бьем, только трэш. Таргарин метка. Йокси, гусь. Мишка, поднимай дромалика. Легенда метка. Прием. Адромалик, не врывайся сразу в трэш, напуливайте лучше. В
Генда, по себе Фридом я тебе давала. Легенда метка. Легенда метка. Нормально. Ты дебилем. Все, давай. Подойти, у нас упали все. Мне кажется, надо поменять ретрик. Оса вылетел, по-моему, он сейчас в ужасе. Просто зависло. Так, а что, меня не отображает, что ли? Я кидал на все. Ну, короче... Легенда, у тебя ДБМ есть? Короче, нужно легенду поменять, потому что там 4К, и, ну, как бы, он не может пока диспелить все это дело. Там же скилл есть. Нет. Да дело не в скилле, там и дамаги мало, и с фритами не очень. Какой скилл там заходил? Бибоп. Ну, вот позовите. Йоксель как умер? Да, в лезвие побежал. Вот, ну, когда лезвие и метка, он побежал в лезвие, которое за ним идет, прям на него побежал. Бёксель тоже, я не знаю, не знает, наверное, тактику или чё. Медленно диспелишь, это он простоял 2 секунды. Ничего страшного, хоть 5. Да, рано резко легенда, так что... Олег тут? ДПС не посмотрел, сколько там у Йокселя был. Слабый Йоксель. Если ты хочешь попадать в рейды на будущее, на форум заходишь наш, находишь гайд есть. Как он назывался? Кровоотвод, ты про этот? Да, 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 да. Я сейчас скину в аркаде. ПДК, ротация и кровоотвод. Да. Изучаешь его, меняешь спек, меняешь полностью ротацию, дрочишь неделю на этом, на манекене ее. Ну, будешь потом хоть ДПС давать. Да нормальный ДПС, ребят, вы чё, посмотрите. Да нормально у него, да. Это не нормально для ФДК. Да, и кем зайти? Ну что там, нормально всё с этими бугами убивается. Паладин уже готов. Когда есть Халёна? Ну, у нас тоже. Скинул. У нас тоже есть когда. Вань, ну ты, блядь, красава, конечно. Когда нам надо, блядь, ты сидишь с бугами. Я тоже с бугами. О, рэпер Мутант, здорово. Здесь AK PMP. Там, что у меня за херотоки на ВК ходит? Думал, там увижу АТК Герри 24К. Открываю, вижу ДПС 20800. Понимаю, что я тут даю 19К, закрываю и пишу, что он лох. Бля, я нихуя не понял. Мутант мне сказал, что АДК налога не 1.24 жмут. Я такой, окей, зашел на форум, глянул, в 25-ке норме, да, жмут, в 25 герри 20-100 максимум. Открываю свой скрин, где у меня гарга бьет вместо полляма 290 тысяч, у меня там АДК 19 тысяч дает. Пишу тому типу на форуме, что он блок и все. Сейчас бы на Логане первым играть, это сверхразум. Ну чё, там не будет ретрик или чё, сейчас, блядь? Это... Ты не понял прикола. Я не знаю, как теперь Олега. Пусть он варенько зайдёт нам, блядь, баллов. Но он был только у меня что. У меня есть ретрик, и этот, а Ваня пусть престон зайдёт. Допустим. Ваня, зайди шаманом, я Аньком во тьме поебашу. Там ретрик нужен, чё вы гоните, блядь? Вон из Гарри. Ну, а где мы попало, возьмём из Гарри? А Ваня Мишкой зайдёт, и всё нормально будет. У меня есть терпал, по-моему, без КД. Ване надо просто РДД зайти в мастер. Лучше, чтоб Ваня Мишкой там канул. Да забейте, Ваня уже не тут.
Пиздец, блядь. Тут вам не здесь, да? Где он? Напишите ему, блядь, ВКонтакте. Гошником был сейчас как раз. Олег. Я в ВК написал, он типа файл. Супер гейтант, пошли в РС, пидор. Танк, ты тут? Ретри, ты какой фридом кидала? Ауру и правосудие? Синее правосудие, фридом первая, аура от магии темной. А зачем? Объясни мне, пожалуйста. Что в смысле? Зачем? Блядь, мы... Сука! Пожалуйста, чем тебе аура от тьмы? Ну, была на СПД занята аура. Там, короче, аура тьмы бафается крестами. Она не перебивается аурой паладинов. Ставит один на броню, один вроде на уменьшение, блядь, задержки при заклинании. Один ставит каст ауру, один на броню ставит. СПД была занята аура. Ну, блин, вы понимаете, что у нас две материальности, свет и тьма. У нас эти ауры должны быть и к свету, и к тьме. Хорошо, я буду на СПД ставить. Что непонятного? Отбежала от рейда, поставила, подошла к рейду. Правосудие какое, фридом? Кое надо, то и буду кидать. Какие проблемы? Скажи, которая кидала. С фридом я кидала синяя. Фридом давала первая. Хорошо. Да, заходи на ретрика, ты слышал все, что нужно делать. Сейчас, точнее, я тогда потанусь эти месяцы. Второй фрид, правосудие света и ауру. Ты сейчас каст поставила? Да. На броню тогда воняю, да. Ну пиздец, блядь, совет когда повесил. Ничего страшного. Блядь, ты сам последний РС, блядь. В смысле последняя, блядь? Гуси, что ли? Действительно, нахуй, в смысле последняя, блядь? Это куриц, что ли? Блядь, как этому человеку можно объяснить, что это последний РС? Блять, Ваня ушел, да, просто? Не пишется ему там ВКонтакте никак? Дутик, ты тут? Да. Слава. Ты типа классно знаешь? Тебя, блядь. Ну, умрет. Жень, ты релопишься или ты фласку держишь, типа? Фласку. Блять, я тоже подержу. Ask me if I give a fuck about a click I. Ask me if I give a fuck about a this, yeah. Что это за хуйня? Выключай нахуй. Я ебу собак, е. Так, что-то надо помощь. О, да, заходи. О. Да, да приступил. Ну кого? Ну Приска, да, у тебя или нет? Не-не. Ну, ПРЛ. Тогда может он зайти, типа, ты зайдешь, чтобы я когда-нибудь. Делай бахаться будни, типа зовешь. А это какая? Это РС третья? Да. Че? Ну, заходи на ретрика тогда, Олег. Богдан, ты на своего обратно. В чем у вас проблема-то?
была в Фридомах. Что-то половина китайцев. Сейчас увидишь. Что с мутанта участника снять? Ты, Олег, ставь ауру на броню, правосудием света бьешь и вторую фридом кидаешь. Ходить бы, типка, мы бапаемся. Здесь ты фласку уже жалеешь, блядь, типка. Какая фласка на СПД? На ману. Маночка на ману. Я так понимаю, ты кулаки бафуешь. Кулаки, ауру на броню, правосудие свет, второй фильм. Человек на готовность. Рыба есть у кого-то? Дальше поставлю. Кулаки дайте поварам. Сейчас забыл. Инраш, Йоксельдран. Я ждал кулак. Кулак. Чего что не хватает? Кулак. Дай кулак по хантам. Олег. Есть кулак, Кёрс? Все, зайдите за линию. Начинаем, Агрегор. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узрел начало эры разрушения. Перебежали. Да что? Чёрт с меткам. Залейте ману на бахилу. Только не все. Мишка. Отойдите от нас. Да, у вас, по-моему, с ДПСом проблема. Ну да, нормально с ДПСом, чё по-моему. Да, почему-то пятый по ДПСу. Маками, заходи сразу, рейд стоим.
зашли рейд. Бля, бейте одну цель. Звезде суйте. Адромалик, на третьей фазе не врывайся сразу в трэш. Жди несколько секунд, потом только. Мишка, метка. Я с Гарри там, если видишь, что срывает, он давай мостам по нему. Можно? Нет. Черт, метка, заходите. Доду типка метка. Доду типка. Йокси, 54%. Бьем пока босса. Все, выходите в свет. Это бокс метка. Перебежали. Бьем трэш. Вис, меня слышно? Я завис. Во тьме дали рост, слышно. Я завис, если что, я вылетел. Пытайся зайти. Босса не бьем свет, босса не бьем, только трэш. Босса не бьем. Все, бьем. Just pump me. Я в свету, короче, оказался почему-то. Можно заходить во тьму? Да, заходи, заходи. Перебежали. Ретри, ты давала дрон? Сейчас дала, свет, да, этому свет дереву. Не бьем. Твоя очередь. Вы уже в рейд, свет не бьем, босса. Умри. Йокси. Лезвие забежал, короче, так фок. Дурачок старожила. Адромалик, поднимешь его. Босса не бейте. Все бейте. Я отдала это. Короче, уже запуталась. Перебежали. Ману Транга. Заливайте ману Транга. Да. Уже в рейд. Падаем, падаем. Мне кажется, у нас в отмене нас мало, нет? Ну да, да. Йоксель просто умер, кажется. До два раза умер. Нам, а сколько здесь мне? 3 или 4 травника? Ну, может он не понимает, может он думает, там ниточка такая вот эта темная дамажит. Так там от шарика 15 метров еще пульсация идет, она, ну... Ну смотрите, я бежал, там две лужи было разлито. Я начал бежать, лезвия еще не было. Подбежал, уже было, ну, лезвие включилось. Ну блин, что мне посреди рейда разливать? У лезвия есть 5-секундный анонс, то есть за 5 секунд до начала лезвия Хлеон говорит, остерегайтесь теней. Если слышишь это, то это должен вести уже ближе к морде, например. Если я кушаю, я умер ближе к морде. Ты просто забежал в лезвие и умер.
Если лужи, ты стоишь, ждешь, когда начнутся лезвия, когда на мне немного пройдет, когда освободится зона дальше, и ты туда выносишь эту мир. С тебя не сдиспелят ее. А схилы там опытные ребята. Понял. Ну я надеюсь на это. Конечно, в Марате не уверен, но... Да в смысле, Марат топ, он нас тащит. Сейчас у Триси тупо маны не было, мы с Маратом хилим. Триси, не падай больше. Марат уволнирован просто. Ага. И Тринка с Горобеем, блядь. Травмы хуярит. Я тоже думаю, травмы нахуй пристать. Возьмите ману, экономите только, ладно? Бегните, пожалуйста. Типа... Олег, и раздай. Типа хпсить начинаете там на пол хп рейда, типа. А дальше там вяло подхиливать. Apple Box, скачаю скоро паладина, сделаю гайд по ауру. А ты пока скачаешь, уже сервер закрывается. СГ готов? Все, все готовы? Начинаем агрегат. Ну чё вы кидаете? Шалон. Перебежали. Да ёбаный стыд. Ты себя двигай дальше, без спал. Там просто голем ядро пробили, да? Ядро нитка. Перебежали. Грегор, заходи. Рейд зашли. Да, опять вы разные цели хуяли. Я так не... Метка, заходите. Ближе к морде сейчас метку. Олег. Блядь, меня вылетело с ошибкой. Я вышел с рейда. Ты, короче, исчез, и появилась лужа, и всех засосал и вайп. Да. Прикольно было. Всех засосал, но... Я не знаю, я, хотя... короче, выхожу, и мне вылетает просто ошибка. Хотя он уже добежал до конца, по-моему. Блядь. Забить, прикольно.
Слушай, похиль. Уже второй раз надо давать. Я уже второй раз так вылетаю. У тебя походу макрос какой-то там на вылетание, когда Freedom дает. Да, я подамажу во тьме. Freedom я ему давала этот раз. Значит, у тебя макрос какой-то. Денег нет на это, на починку. Я не козырь, дай, пожалуйста, 50 долларов. Блядь. Ничего, сколько ты на тот клинок потратил, 1000 голд? 72 400. Пришлось со всех своих персов обменять баджи на багровый рубин. А кого в ДД тогда? Там, как вариант. Но все равно нужно, Шона отвалился, нужно в ДД. Кто отвалился? Шона. Кто нужен? Сова надо? Ну, да любой ДД в свет. Сейчас Пипер должен зайти, подожди. Так, отойдите все на пару минут.